Приветствую вас всех со стройки на Забугорье США. Вот, сейчас обед, но кушать что-то не хочется. Сейчас вот я его пропустил, потому что я сегодня на стройке один остался. Нас тут было двое. Но Слайк уехал домой, потому что ему там надо убраться, собраться перед отъездом на родину. Вот, а я остался один. Одинешенек. Сижу, решил, думаю, а хрен с ним с обедом, сегодня ехать домой. Вечером, соответственно, думаю, дай, блин, запущу стрим. Поговорю, так сказать, со своими любимыми и многоуважаемыми подписчиками. Но что-то как-то чат у меня не светится, поэтому я попрошу messages are visible. Не знаю, вроде как пишет. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь комментарий. Будьте любезны, потому что почему-то я их не вижу на экране. Вот. Скорее всего, о, привет, вот, все, лапки в 43, спасибо тебе огромное за твой первый оставленный комментарий, а точнее сообщение в чате. Что, ребят, рассказать-то? Вот хотел Александр Скрипкин, говорит, хай, здравствуй, Саня. Привет, дружище. Вот, привет, вот Серега, Плей, тоже пишет, я вообще на ящике сижу, сейчас пойду на улицу работать. На улице прохладненько у нас сегодня. Несмотря на то, что солнце, несмотря на то, что плюсовая температура, но так как я работаю на океане, соответственно, блин, холодно. Да, прохладненько, очень бы, даже я сказал, прохладно. Что-то даже не знаю, о чем вам рассказать, поведать. Вроде всего столько много случилось в моей жизни, а с чего начать, даже не знаю. Вот. Записывал видос я, и что-то как-то он неполный получился. Пришло мне общевойсковой защитный костюм от дождя, я его использую. И снимал про этот видос, но что-то не доснял. В общем, идей было много, но в итоге фигу дулю дрыгу вам всем, вот, уважаемые мои подписчики и подписчицы. В начале этого видоса, кстати, я хотел бы вам всем порекомендовать охрененный канал. Называется он «Дух провинции». Вообще, провинция решает, как говорят у них там на канале. Вообще, охренительный контент у них, вообще обалденный. Мне очень прям понравился, и несмотря на то, что я не смотрю как бы чужие влоги, на этот влог я прям подвис, прям конкретно. Порой даже не спал до часу, а то и двух ночи. Поэтому, Сергей, я тебе хочу передать одно. Ты гад, сволочь, вон, потому что ты подрываешь работоспособность простого люда. Вот, здорово, пират. Здорово, Уфа. Борода писал личному мнению, стрим сделать, тишина, но люди лайков наставили. Привет, Дмитрий, нищеброд из России, он же Дениска, по-моему. Здорово, 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 Денис. Вот. Сними видос про баги. Серега, видос про баги будет. Просто в прошлые выходные так получилось, что были дожди, было хрен поймешь что. В общем, снять нечего было. Вроде как игрушек накупили сыну, вместе с ним играли. Вообще, я так понял, что ребенок, а особенно если это сын, это офигенное прикрытие для отцов наиграться такими игрушечками, там, гаражик, машинки, короче. Ну, вообще было прикольно. Вот, не знаю, кто больше радовался этому приобретению, я или Степан. Но, в общем, мы оторвались вместе, поиграли вообще офигенно. Спасибо моему родному сынуле, вот, что он помог папке наиграться. Вот. Здорово, кофе, сигареточка, привет. Ну да, пишет, привет. Здорово, здорово, здорово. Лаптев, на работе или утро у тебя? На работе. Я сейчас на работе, потому что я хочу взять выходные понедельник, вторник, среда, потому что будет Рождество, и как бы будут всякие там тусовочки происходить. И у нас, по-моему, дома будет какая-то тусовка, я еще пока не знаю. Вот, но она будет. Ну, как-то так. Я думаю, ну, что там субботу-воскресенье терять, надо все равно прогресс сделать, потому что уже назревает новый проектик, и надо закончить этот побыструхе. А то, блин, и тут зависнем, и там не начнем, и будет вообще печально. Поэтому приходится работать, так сказать, толкать этот проект вперед. Понимаете? Вадим Нагорный, передай привет Марине Король. Плиз. Марина Король, тебе привет от забугорца, лично от забугорчанина и от Вадима. Тебе тоже привет. Вот, надеюсь, поднял тебе настроение. Не грустите, похрустите. Сергей Янченков, привет, Дмитрий. Какой мощности мотор стоит на баге? 197 кубов. А мощность какая? Что-то я как-то не знаю, Серег. Вот, Наташа Макони пишет. А елку поставили? Поставили.
стоит. Степан теперь троллит девчонок дома этой елкой. Рагнар Лотброк. Здравия, Дмитрий. Здорово, здорово, Рагнар. Алексей, ты. Он, наверное, же... Это же Цуранков. Алексей. Приветствую, Дмитрий. Сегодня воскресенье. Че на работе? Я уже объяснил, почему я на работе. Потому что возьму потом выходных. Покажи, что делаешь. Блин, ну это на улице. Я делаю сейчас лесенку. Вот, все-таки доделаю. Сейчас, в данный момент жизни, я фигарю перила. Вот. Ставлю столбы и делаю перилы. Пока баллистеры еще не пришли, и не пришли еще нижние части для этой лесенки. Вот пока, ну, вот как-то так. Сейчас обед, взял я его в 12:30, 5 минут назад. Ну, и вместо того, чтобы покушать, решил, блин, дай-ка я постримлю. Потому что давно что-то видос не было. Ну, как бы видос-то есть про что снимать, но в силу тех или иных обстоятельств, что-то как-то камера, знаете, нет под рукой камеры. Поэтому, блин, братва, извиняйте, можете в меня плевать и вообще отписываться и ставить дизлайки, и я вас пойму. Сергей Янченков, спасибо. Пожалуйста, Серега. Вадим Нагорный. Супер, смотрю видосики твои. Спасибо, Вадим, спасибо. Вот надеюсь, что кто-нибудь мне подарит на Новый год ноутбук. Вот. Аня, если ты меня смотришь, то я надеюсь, что кто-то подарит мне ноутбук на Новый год. Привет, Димон, как делишки, как погода? У нас минус 43. Лето. Какое у вас замечательное лето. А у Филиома? О, привет, привет. Здорово, Филиома. Привет с Томской области. Здорово, тамчанам. Улетает. Алексей, а у тебя воскресенье или понедельник уже? У меня воскресенье, но я на работе. Вот, на работе, как на празднике. Кот, привет. Возможно, глупый вопрос, но все же, насколько сильно важно знание английского языка для переезда в США? Ну, если ты решишь зависнуть где-нибудь на Брайтоне, то он тебе не нужен. Но если ты решишь все-таки что-то добиться в Штатах, естественно, он нужен. И нужен на хорошем уровне. Поэтому решать тебе. Равшан Джи, огромный привет из Татарстана. Здорово, здорово, Татарстан тоже. Улетает мой звугорный вам, господа из Татарстана. Александр Скрипкин. Димон, снимай больше про объекты. Плюс свое имя сними город, где живешь. По скрипту. Саня Патриот 83. Санек, короче, такой шифранулся, да? Вот, но спасибо, что предупредил, что это ты. Ну, здрасте, Олег Вострик говорит. Не пропадай, когда поедем по острову покататься. Мы поедем кататься не по острову, а мы поедем кататься по Кейп-Коду. И я нашел очень много интересных мест, где можно будет съехать в лес, короче, на баги. Вот, осталось только эту баги поставить на нормальный резиновый ход. Вот, выбираю сейчас в данный момент диски, какие хочу туда влепить, какие колесики поставить. И уже в лес, господа, чем дальше в лес, тем ближе вылез. Вот, как говорится, Алексей, ты понял. Да, это я, конечно же, говорит. Леха. Даниил Быстров. Привет со Ставрополь. Здорово, Ставрополь. Привет, привет. Добрый вечер с наступающим. Спасибо и вас также по тому же месту и тем же концом. Димон, здорово. Давно тебя не было видно. С наступающими тебя праздниками. Спасибо, ребята, и вас тоже поздравляю с наступающими праздниками. С Новым годом, с Рождеством вас католическим, да и не только католическим, да и вообще. Со всеми праздниками у вас. Да, в конце концов, счастливого вам воскресенья. Ведь праздник, он же не по календарю. Праздник должен быть здесь, в душе, понимаете? Вот где праздник должен быть. Привет из Оренбурга, ты крут. Спасибо, Азамат, спасибо тебе огромное, спасибо большое. Наташа Макони, вешай камеру на лоб. Нет, Наташечка, не буду я вешать. Гордиться нечем, когда идешь в туалет подержаться за детонатор демографического взрыва. Поэтому нет. Не вешать камеру на лоб я не стану. Игорь Мозговой улыбался. Блин, ну приятно, что кому-то я поднял настроение. А где мистер Пропер? О, это же тот самый Анатолий Сикора. Японский мой подписчик. Да домой поехал. Ему там надо убраться, прибраться перед отъездом в домой. Вот, ну, имеется в виду в Беларусь. Игорь Мозговой, Харьков плюс 2. Блин, ну прикольно вам, тепло. У нас все равно плюс 9, что ли, на улице. Но ветер, блин, ветер такой, что ну нафиг. В Омске минус 30. Томск минус 34. Блять. Здравствуйте,
А ты чего Вайбер удалил? Блин, ну Вайбер, я его не удалял, это у меня новый сейчас телефон, я его просто, видимо, не загрузил. Потому что мой старый телефон совсем крякнул, и как выяснилось, что он у меня работал только на вызов, но он не на прием. То есть он пропускал выборочно звонки не только от подписчиков, но и ото всех подряд. Вот. Поэтому только с утра я узнал, что у меня прибавление в семье, кстати. Вот. Это один из огромнейших плюсов в этом году у меня. Да. Вот. Так что начинайте поздравлять. У меня родилась дочь 2 недельки назад. 2 или уже почти месяц. Но я точно не помню. Вот, назвали Сашка. Теперь у меня дома Степашка и Сашка. Сашка вообще, такое ощущение, что у Анки, моей любимой, нет других комплектаций. Идут все вот такие вот, как Степан. Лобастые, курносые, щекастые с ямочками. Вот, так что, да. Ну, так вот получилось. У меня теперь полный комплект. Сын и дочь, все. Я all set. Павел Пачино. Привет, Дим. Здорово, Павел. Чигапукор. Здорово, брада. Рад видеть. И я тоже тебя рад видеть. Так что, блин, вообще классно. На мысу у вас там место, наверное, места, наверное, интересные. Да, Гомер Симпсон. Там Игорёх есть там, где покататься, погонять, короче. А грибы, ягоды растут на острове? На острове не знаю, но на Кейпе растут и грибы, и ягоды. Причем грибов очень много, их неинтересно собирать. Зашел в лес, 5 минут, набрал ведро и ушел. Потому что американцы, грибы, все те, что не растут на грядках, для них это ядовитые и помойные грибы. Вот. Поэтому грибов здесь, ну, действительно, до хрена. Скажи, пожалуйста, как относишься к Чиж Нью-Йорк с Брайтон Бич, если смотрел? Уфа Муви спрашивает. Как я к нему отношусь? Ну, как-то, знаете, так двояко, короче. Вот не знаю, с одной стороны, вроде бы нормальный малый, да, а с другой стороны, иногда не знаю, может, он видосы просто для хайпа некоторые снимает. Ну, как-то не пойму я, вот честно скажу, да, вроде нормальный мужик. А некоторые видосы его смотришь, думаешь, ну, дурак дураку. То есть, ну, как-то не знаю, вот очень... Но, честно сказать, я бы вот с ним встретился, так поговорить, там посидеть, что-то пообщаться, вот я бы встретился с удовольствием. И в гости бы его принял, если бы он вдруг надумал приехать бы, как бы, и уже посидеть. Так сказать, разжечь костер и поболтать, потрындеть. Но это с удовольствием. Вот. Вадим Нагорный. И тебя, Дим, с наступающим. Здоровья и радости тебе и родным твоим. Айдын Гасанов, человек из Дагестана, пишет. Дмитрий, вроде выходной, а ты на работе. Как дела у Макуна ТВ? А у Макуна Тата. Макуна Тата. Маку... А... Фу, блядь, запутался, короче. Лаптев, не вводи меня в блуд. В словоблудие в это. Привет, здорово. Привет, дружище. Мне 22, есть 10к зелени. Стоит ехать в штат пытаться осесть там? Алексей Бобров спрашивает. Ух, 22 года, ну я как бы в 23 уехал, не жалею. Вот. Поэтому, ну не знаю, как-то, ребят, ну это решать вам. Здесь не слушайте никого. Как вот вам вот здесь вот подсказывают, да, хотите вы поехать, езжайте. Если вы сомневаетесь, ну не знаю. Взвесьте за и против, что вы потеряете, если уедете, и что вы приобретете, если не уедете. Вот. Тигранчик мне сообщение прислал. Мой уважаемый мною армянин, островитянин наш. Вот. Так что, если вдруг, Тигранчик, ты смотришь этот стрим, я тебе передаю огромный привет от души. Тебе благодарен за все, что ты сделал в прошлом году для меня. То есть в этом проходящем году для меня. Спасибо тебе огромное, блин. Приветствую, поздравляю, Дима, Винт, смотри мультики без перевода. Это да, это именно так я его и выучил. Поздравляю с Пашкой, поздравляем, поздравления. Ну, началось. Спасибо, ребят, спасибо огромное, спасибо, очень много поздравлений. Многодетный папа пишет, Александр Дмитриевна, это очень-очень хорошо, поздравляю за дочь, лайки ставьте, поздравляю. В общем, рай грибника, хей-хей, привет из Полозны. Дима, теперь ясно, чем был занят. Поздравляю, отец. Наталья Маконь. Бухать когда будем, Серега Плей опять спрашивает. Ну, не знаю, как получится, господа, как получится, если, ну, выпить. Я вообще как бы не напиваюсь в последнее время, открою вам секрет. Вот, выпить могу в хорошей компании. Например, у меня появился один очень хороший товарищ, друг, приятель на острове, на материке Анатолий.
Вот. И вот с ним иногда бывает, мы выпьем коньяку, посидим так у меня дома. Вот. Но не как в былые времена, когда шашка на голову, и, блядь, вот это вот, знаете, чтоб на палочке верхом, как на удалом коне, через все грады и веси этой замечательной страны Америки, уже такого нет. Уже отсырел, мне кажется, порох в пороховницах. Можно сказать, потяжелели ягоды в ягодицах, понимаете. Уже нет того запала, нет той зажигалочки, как было раньше. Вот, видимо, повзрослел. Если подгузники вам жмут спереди, значит, вы повзрослели. Вот, поэтому, не знаю, как только так сразу, ребят, выйду в прямой эфир, и мы бухнем. Кот, как ты, человек, живущий не один год в США, какие города тебе больше всего понравились? И из тех, где ты был, конечно, спрашивает кот. Бостон. Влюблен в Бостон. Вообще, безбожно, безоговорочно, бескапитулятивно. Влюблен в Бостон. Обожаю Бостон. Просто вот эта мечта, прям город моей мечты, уехать туда когда-нибудь жить, прям насовсем. Но понимаю, что мне там будет очень печально через месяц. Да, потому что я уже привык к этой размеренной захолустной жизни. На баге там не погоняешь, ребята. Откроем секрет. Ребенок гулять пойдет, так и неизвестно, где он шляться будет. А тут что, залез на крышу, глянул в бинокль, вон бегает мой сорванец. Понимаете, поджигает соседний дом. Эх, хулиган. Вот так. Лишь бы не курил. Ну, а большой город, большие проблемы. Привет, поздравляю с рождением дочери. Мою тоже Сандра зовут. 2,5 годика. Владислав, блин, ребята, вот всем передаю огромный привет и пожелание такое, что в следующем году вы обзавелись прибавлением в семье. Это круто. Это вообще офигенно. Дети, это, блин, вообще просто круто. На самом деле. Особенно если сын. Честно скажу. Потому что, ну, я ему тут купил игрушек, короче. Вот, сам игрался. Мне очень понравилось. Не знаю, как Степашки, я вообще оторвался. Вот. Поздравляю с рождением дочурки, здоровья ей и родителям. Спасибо, ребята. А я догадался раньше, когда ты машину обновил. Алексей Царанков пишет. Собираюсь я в Колорадо в следующем году. Хер вернусь. Говорит Андрюха. Александр Мейбаум. Хе-хе, привет. Даро-даро. Мастеркар, а мне что не ответил? Надо уйти. Мастеркар, ну я иногда просто так пролистываю и, к сожалению, пропуская некоторые, ребят, сообщения. Не обессудьте. Хватит уже дуться, в конце концов. Вы же не грелка и не надувной шарик, чтобы дуться. Ну, что это за детский, так сказать, верни мои игрушки, забирай свой горшок, вот это вот. Ну, что вы, в конце концов. Как тогда с картинками 5 часов трансляции. Гомер Симпсон. Очень давно тебя смотрю. Ты один из самых позитивных ребят из Америки. Всего тебе веселого. Спасибо, блин, Уфа Муви. Тут спасибо огромное. Сэм Сниц. Добрый день, работяга. Как продвижение по хозяйству? Ну, нормально. Потихонечку, потихонечку. По чуть-чуточке, по маленькой капелечке. Продолжаю обустраивать свое семейное гнездо на Кейп-Коде. Ковырять свою машинку. Ну, в основном просматривать дырку в потолке. Вот. Я решил развить себе вот эту, знаете, телепатические способности. И в последнее время я лежу на диване и смотрю в потолок, пытаюсь проглядеть дырку. Вот. Поэтому что-то как-то, ну, намерзнешься неделю на этом, блин, на этой лестнице, и домой приезжаешь, думаешь, господи, прям хоть профессию менять. Да, ну, да, стрим из А не ем картин, надолго запомнился, говорит Серега, блин. А чем понравился Бостон? Александр Мейбаум спрашивает. Чем понравился Бостон? Чистотой своей, архитектурой, каким-то блаженным отношением людей к людям, короче. Ну, очень понравился город. Не знаю, чем тут прям зацепил. По английской архитектуре очень прям понравился. Как-то очень уютно там мне вот показалось. То есть грязи мало, мало бомжей, и в то же время движ, и в то же время отъехал чуть от центра, и там уже глушь вроде как деревня. Ну, то есть мне прям вообще порадовалось, честно. Вот. Ван Шотер пишет, пидор.
плотник, неприятно познакомиться. Гомер Симпсон, дочка и сын, это прекрасно. Это очень здорово. Александр Скрипкин, как много я просил из-за перелогинивания. Лови поздравлям, бузаж. Александр Скрипкин пишет. Спасибо большое. Достон Дайменикс, работы Бостон захватывает. Прибавление просто не вытяну. Говорит, за дочку, Александр Скрипкин. Димон, поздравляю, собираюсь к вам в США, надеюсь увидеться и пообщаться. Макс Кузнецов, вот говорит. Блин, Макс, ну как бы ты понимаешь, да, что вот, ну, реально иногда вот так времени не хватает, чтобы пообщаться со всеми желающими. Потому что я сейчас живу 5 дней на острове, приезжаю домой, там у меня 2 выходных, хотел как-то их провести с семьей в кругу своих родных и близких. Понимаешь, и поэтому не всегда есть возможность поехать и пообщаться там с подписчиками, например. Ну, реально, то есть, ребят, без обид, вот, но тяжеловато, конечно. Димон, какие планы на будущее? Работа. Ведь работа на острове рано или поздно закончится. Что-то планируешь свое или пока нет далеко идущих планов? Все по проблем по мере поступления решать будешь. Ну, как тебе сказать, слушай, ну, они как бы есть, но я не думаю, что на острове рано или поздно кончится работа. Она здесь не кончится никогда, пока есть экономика США. Честно скажу, тут постоянно ты едешь, и дома постоянно переделываются, постоянно перестраиваются, постоянно что-то происходит. Короче, постоянно движ, постоянная стройка, постоянная... То есть здесь, вот, пока я живу здесь уже на острове там 7-8 лет, я еще ни разу не слышал, чтобы у кого-то были какие-то проблемы с работой или кто-то ищет работу. В общем, работа здесь дофига, и она никогда не останавливалась. Майк Мэтт, привет, с наступающим. Ура! Уже кто-то начал отмечать. Грозный Форевер. Димас, не балуешь нас частыми видосами. Кстати, где этот Олук Азовский? Вот не знаю. Один интриган у меня под видосом где-то написал, что Азовский опять открыл канал и не кинул ссылку. Поэтому я не знаю, насколько это слух или насколько это правда. Тони Венцель, здорово, я выжил и опять тут, как сам. У меня все нормально. Все в порядке, спасибо за ряд. Аннабель Рейд, посмотрели кучу твоих видео, очаровал нас, сразу подписалась. Лично знакома с Лысым. Аннабель пишет. Привет, Аннабель. Вот, ну, тут такое дело, то, что было как бы 2 Лысых в моей жизни. Вот, здесь именно в Штатах. Один из них Вячеслав, другой из них Азовский. С кем лично ты знакома в жизни. Вот. Джон Смит, привет, Димас, ЧПУшничать, время находишь хоть? Джон, иногда бывает, но меньше, конечно, меньше. Ну, тем более маленький ребенок как-то, ну, не знаю, как-то не получается, короче. Вот. Не хочется шуметь, пылить, потому что все-таки младенец дома, сам понимаешь. Рад видеть, когда новая серия Тимона и Пумба. Вот, хотели на этой неделе, но что-то как-то мы прям, что-то как-то не получилось, короче. No Face, Грозный Forever. Азовский заделался Альфонсом и теперь не работает, а путешествует по миру за счет своей будущей жены. Вот такая информация есть. Дом, когда красить будешь? Красить я его не буду, буду его переделывать, менять гон. Вот, крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания. Так держать, Димоныч. Спасибо, Ромка, Нечайкин. Благодарю тебя. Грозный Forever, No Face, инфа достоверная. Вроде его жена не из богатых. Вот, Сергей Плей, дочку надо обмыть. Ничего, и не обмытая походит. Ничего страшного, а то папка обмоет так. Вот, не надо папки обмывать. Он видео выложил в ВК, Грозный Forever пишет. Во, готово, сменил логин. Саня Патриот 83. Блин, вот, теперь Саня здорово. Скажи, пожалуйста, есть ли работа для холодильщиков и кондиционерщиков? Может, какие-то знакомые работали? Ну, как бы работают сейчас здесь, ребят, работали, устанавливали охладительную систему здесь. Ну, работа есть, но смотря, блин, насколько ты профессионал в своем деле. Здесь же опять лицензии нужны, всякая такая канитель. Вот. Ну, то есть, очень по-разному. Ну, если честно, я этим не интересовался. Ты знаешь, все равно, что у меня спросить, а востребована ли профессия гинеколога? Ну, кому-то они показывают, но я не знаю, за сколько и как они востребованы.
Понимаешь? Ну, я просто не знаю. Ну, честное слово. Хотел бы с радостью тебе ответить, но, к сожалению, не могу. Давай видео про баги. Опять Серега Плей. Блин, будет. Только проснулся и на тебя сразу. Что-то все поздравляют, и я тогда поздравляю. Как это по-нашему? Да и там, о, все здоровы, здоровы. Тоже поздравляю. Чего вы, дураки, орете, у нас похороны. Вот, а слышал, Путин сказал, что все мы попадем в рай, а остальные просто сдохнут. Что думаешь об этом? Что я думаю об этом? Думаю, блин, прикольно. А есть ли он рай? Вот у меня одна, вопрос один. А есть ли он? Вот, а если есть, то где на него посмотреть? Видел в Америке каких-нибудь звезд? Артем Колган спрашивает. Да, видел. Видел я чувака из Аэросмита. Стивена Тайлера, вживую с ним даже общался, но так получилось, что нечаянно с ним пересекся просто на бензоколонке в Нью-Хэмпшире, а у него там оказывается дом, да и сам он, как выяснилось, из Нью-Хэмпшира. Вот, ну так постояли, потрындели, я даже и не понял, кто это, когда он ушел, кассир у меня спросил, ты, говорит, в курсе, кто это вообще? Ну, я посмотрел, говорю, какой-то чудак, блин, непонятно, какие-то штаны на нем в облипочку, какая-то банданка там на шее повязана, ну, короче, такой, знаете, полупидор в полукедах, если честно-то, как меня спросить. Он говорит, это Стивен Тайлер. Я говорю, да ладно, а это кто, говорит? Это из Aerosmith, дебил ты, говорит. Вот, а я и не знал, если честно. Ну, пообщались нормально, вроде такой адекватный мужик. Вот. И видел Арнольда. Ну, Арнольда так, Шварценеггера, который. Так рукой друг другу махнули. Я просто, не конечно, там работал вокруг Санапи Лейк. И как выяснилось, что у друга Арнольда какой-то дяденька, с которым он начинал, короче, качалку. Вот, все это, ну, качаться начинал. У него там свой загородный дом. И вот они, значит, там отдыхали, а я, соответственно, пришел к соседям резать кусты, пилить деревья, ну, в общем, пошуметь. Шумел он, вышел, я сначала не понял, кто это, но потом, когда поближе-то подошел, я уже понял, что же, думаю, ну, какой-то мужик. Ну, привет, привет, как дела? Все нормально. Говорит, ты надолго? Я говорю, ну, сейчас так закончу, да пойду. Вот, с ним, то есть, так пообщались, не то, что там, ой, Арни, ты ли это, распишись мне на сиськах, знаешь, там, вот этого не было, конечно. Он туда отдохнуть приехал от всего этого, да, от звездности своей, чик к нему лезет. Ну, конечно, было приятно поговорить с ним. У него, кстати, очень тяжелый акцент до сих пор, хотя человек находится в Штатах, я хрен знает сколько. Вот, от акцента, не знаю, как-то надо ли от него вообще избавляться. Алишер Каримов, всем привет, люди добрые. Здорово, Бармалей, пора бороду перекрасить под Новый год, говорит Женек, спасибо. На твой взгляд, профессия токарь уже устарела или востребована? Александр Мейбан. Я думаю, она отмирает все-таки, профессия токаря, потому что пришло все-таки 21 век, как-никак, и технологии, естественно, вымещают уже ручной труд. Вот, как по железу, так и по дереву. В принципе, прикладные профессии все уже автоматизированы или автоматизируются вот, большими шагами. Поэтому, не знаю, мне кажется, все-таки отмирающая, одна из отмирающих профессий, но она будет существовать еще, мне кажется, лет 10-15 точно. Аннабель Рей, с Азовским рядом жили, пишет. На Новый год стрим будет, не знаю, скорее всего. Как там тропа к океану? Отлично, Игоречек. Дмитрий, показывай свою старшую дочь, она чудо. Я со своей замесил хрень с клеем, долго рассказывал своей, откуда это я узнал. Пишет Олег Восток. Хорошо, я попробую, ребят, еще вот такой всякой канитель намутить, потому что здесь американские дети, хотя это стереотип, что они никак не развлекаются, они развлекаются. У них есть всякие приколюхи, которые они колбасит дома, о которых мы, в принципе, не знаем. Вот. Но приколюхи вот типа вот этого слайма, они есть. Поэтому я буду выведывать секретики и запиливать видосики на эту тему. Жду не дождусь, когда мой оболтус подрастет. Потому что это будет круто. Павел Абуздин. Привет из Сибири. Александр, здравствуй, Сибирь. Здравствуй, Сибирь, матушка. Наполовину. А у Азовского все видео на канале скрыты были, а сейчас он опять открыл. Значит, и видосики будут. Ну вот. Но, значит, не буду я его травить. Потому что такого развлечения, такого шоу, конечно, очень редко найти. Вот. То есть шоу дебилов продолжается. Анатолий Секура, а на материке разве нет работы?
Анатолий, она там есть, но не за те деньги, которые здесь. Вот, сарказм шел. У тебя прибавление? Да, у меня, Саня, прибавление. Кстати, твоя тезка, но дочка. Назвал дочку Александрой. Это очень классное имя. Как по мне, так второе после Анны. Вот, грозный форевер. Дима, что с обустройством твоего двора? Ну, как вне сезон, ребят. И так, блин, получается, я не знаю нахрен почему, но вот как у меня выходной, так обязательно дождь, ветер, какая-нибудь слякоть, какая-нибудь гадость, короче. Ни баги поковырять, ни во дворе не полазить, блин, представляете? Была приколюха тут случилась. Енот притащили мне крысака дохлого. Представляете? Я перестал их кормить, потому что я думал, как бы они на ночь, ну, это, на зиму, дехибронейшн, да, то есть в печку впадают. Оказалось, нет. Вот. Кто-то трепал мусор, я, короче, купил бак. Такой, что они туда теперь залезть не могут. Вот. В итоге, короче, притащили мне дохлого крысака. И вот тут я не пойму, они чем хотели этим показать-то? Типа, смотри, мы работаем, давай плати, типа, дань нам это, пожрать приноси. Или же ты следующий, крыса. Вот что они хотели этим сказать? Вот кто знает, а вот такое вот случилось. И вот кому, вот кто бы мне рассказал, хрен бы я поверил, короче. Вот, если бы сам не увидел, блин. Что обмыть не надо-то? Картин кончили, что ли? Аватар Дабуё говорит. Нет, блин, ну не хочу я, ребят, ну не хочется бухать, если честно. Если у меня руки золотые, но растут не оттуда, стоит ли помыть США? Бубайгум пишет. Слушай, если они у тебя золотые, начни стричь ногти и сдавать их на вес. Ну, это единственное. Димон, я халдей, я вижу звезд каждый день, говорит. Сарказм шел. Вот, Сань говорит. Тут ты пойми, Сань, вот халдеи, они там, в России у нас остались. Здесь же это обслуживающий персонал. Понимаешь, разница огромная. И сам не мне тебе рассказывать, какие отношения здесь к официантам. Вообще чревато официанта оскорбить. Ведь можно и перхоти получить со своей картошечкой. Поэтому надо аккуратнее. Анна Михайловна-то поздравить тоже от меня, а то все поздравляют, только тебе поздравления, говорит. Вот. А у Филиум спасибо, обязательно передам. Он сказал, I'll be back. Ах, ребята, ух, сколько ж там, слушайте, по на это. Давайте я сразу самый, во. Еноты тебе, как в крестном отце, предупреждение подбросили, только голову лошади не нашли, обошлись крысы. Вот и я говорю про то, вот как ты, интересно так получается. Причем, они, знаешь, как они вот так вот, я чую, ну как, вижу периферийным зрением, что вот какие-то шевеления там за этой дверью, за стеклянной происходят. Я такой, раз, открываю, и они сидят, короче. Один уже такой на старте бежать, понял, и двое такие на меня смотрят, и перед ними крысак этот лежит там, дергается, короче, шею, походу, ему свернули. И с таким видом такие, типа, видишь, блядь, мы тут тоже, знаешь ли, не писюльку пинаем, вот. Поэтому пришлось их подкормить. Ну, блин, крысак прям так лежит еще, да, знаете, стрёмно. Вот. Может, еноты подумали, если ты не кормишь, значит, тебе есть нечего, и решили подкормить тебя. Возможно, но возможно и нет. Подкорми енотов, они же милые. Наташа Махонь. Блин, подкормить не проблема. Проблема в том, что у меня растет Степан. А Степан это тот еще живодер. Ну как не живодер, а он... Не боится абсолютно никого, не боится абсолютно ничего. И я боюсь, как бы он к ним не полез, короче, брататься. Понимаешь? И это может закончиться, во-первых, печально для енотов, вот за что я больше всего переживаю, но и печально для Степана. Ведь детская психика будет нарушена. Понимаете? Вот, поэтому, ну и нахрен. Да еще сейчас еще Сашка подрастет. А так как они оба похожи друг на друга, как близнецы, блин. Поэтому не знаю, выдержит ли вообще Кейп-Код второго Степана. Будут бегать Бонни и Клайд по Кейп-Коду. Дело такое, знаете, как говорится, хотелось бы надеяться, что дети вырастут докторами, изобретут и найдут лекарства от рака, например. Либо же будут вторыми Илонами Маска. Но, ребята, вот от осинки не родятся апельсинки. Вот что-то не делает, понимаете? Вот, ну, не родятся апельсинки от осинки. Поэтому ну, у меня очень и очень низкий процентаж того, что родится гений. Дима, поздравляю, халдея, ты прав.
А на слаймы моя дочь всегда мой гель для бритья изводит. Весь дом в соплях, то есть в слаймах. Говорит Санек. Поделиться хотели, да вы еще, говорит Гомер Симпсон. Привет, дядя Дим, здорово, Антоха. На потолке все отверстия под точки? Да ну, пожалуйста. Да ну, полуживой красак. Поздравляю твою семью и тебя. Спасибо, Андрюх, спасибо. Я хочу в Америку, пишет Феникс, вторая версия. Сэм Сниц, прям как пьяный папка, полезет на разборки к енотам. Иди учись, и как студент уедешь, аватар, вот пишет тут. Лапьев, они типа защитили твой дом от крысака за пожрать. Вот я говорю, типа, может, они как-то принесли, типа, смотри, мы тут, знаешь, тоже занимаемся, где жрать, вот, типа того. Димон, как думаешь, стоит ли бояться? Бояться чего? Я потерян. Бояться не стоит. Вот, бояться, мне кажется, не стоит, но все. Гениями не рождаются, вот, пишет Тёма. Артём Колганов. Носки стирать умеет? С ярда видосы давай, покажи, что получается. Правда, наверное, сейчас все в снегу. Феникс, вторая версия, ты лучший. Шо це за дырки, гигантский друшлаг? Нет, это свет. Это вот такой вот здесь свет. Причем, смотрите, как дохрена. Это кухня. Я сейчас на кухне. Привет, Дима, покажи кухню деда. Блин, ну тут смотри, как бы нечисть, все завешено, все тут за... Ну что, ну, полиэтилен смотри. Как бы, не знаю. Сорян, Димон, как думаешь, стоит ли бояться стрельбы в Штатах, дорогой стоматологии, якобы больной нации, со слов коренного американца? Во! Да не стоит бояться, ребят, но как-то здесь живушь 13 лет и о всем вышесказанном что-то прям... без понятия вообще. Мне иногда, я общаюсь с такими людьми, мне кажется, что он, блин, с другой вселенной вообще. С параллельных миров с каких-то. Его рассказ каких-то злых полицейских. Вот меня полицейский остановил, потому что у меня просроченное ТО было на Вене. В прошлом месяце я должен был еще его сделать. Уже 11-го, в 11-м месяце я должен был сделать, уже 12-й идет. Он меня остановил, говорит, ты в курсе, что у тебя просроченное ТО? Я говорю, нет. Даю ему регистрацию, вот все. Он говорит, нет, ТО. Я на ТО смотрю, действительно просроченное. Говорю, блин, извините, пожалуйста. Он говорит, ну давай, все, езжай, только сделай в ближайшее время. Все. Даже ни штраф не выписал, ничего не выписал. Просто вернул мне мои документы, регистрацию и права. И я поехал себе дальше своей дорогой, а он поехал своей дорогой. Причем я там у него не расслышал вопрос его и ответил ему, что да, офицер, я видел, вы ехали за мной от самого Камберленда, за мной следовали и вот остановили сейчас. И он начал передо мной оправдываться, говорит, я за вами, да, я, говорит, за вами ехал, но я вас, говорит, остановил вот именно сейчас, спустя такое долгое время, только потому, что здесь вот больше дорога шире. Представляете? Он начал передо мной оправдываться, почему он следовал за мной больше, чем 2,5 километра, то есть 2,5 мили. Представляете? Я просто, честно говоря, то его вопрос не расслышал, поэтому ответил, что придумал, короче. Вот, а он оправдываться начал, как бы почему он меня остановил именно здесь, на кладбище. Понимаете? Ну, прикольный дядька вообще, парень, вообще офигенный. То есть здесь полицейские, блин, четкие, не знаю. Дорогая стоматология, дорогая, зубки чистить надо. Да я как здесь от воды от этой зубы не разрушают, честно скажу. 13 лет я здесь, у меня разрушилось до отъезда в Штаты 3 зуба. Находясь в Штатах, у меня еще не разрушился ни один. Фу, по дереву постучать. Вот. Пока что-то как-то нормально все. Как такую бороду отрастить, Феникс 2.0, говорит. Я не знаю, честно тебе скажу, Феникс, потому что у меня в один прекрасный момент она просто начала расти. До этого у меня была такая борода а-ля Абрам Линкольн, короче. Ну, что-то здесь вот так вот росло немножечко, а потом как начало колоситься вообще. Походу гормоны в еде, ну, ГМО там всякое, поймешь. Какого-то модифицированного лося сожрал, вот и прет теперь борода. Здорово, работяга. Здорово. Рустам Аташов. Как холодно зимой бывает у вас там? Блин, да по-разному, если честно, Рустам. В прошлом году было вообще просто жопа и холодрыга. Вот. Сейчас вот у нас уже конец декабря, а на улице плюс 12, плюс 9. Вот. Если бы не холодный ветер, то можно было бы в майках здесь бегать, вообще в трусах. Так что, не знаю, как-то очень по-разному. На самом деле, да, то есть очень прям по-разному. Вот.
Ну, пока вроде погода благоволит. Вот. Но я, правда, в двух курточках, ну как, в комбинезоне и в курточке. Потому что у меня там ветер дует и задувает под куртку, задувает, блин, в карманы. Короче, лучше держать простату в тепле, я бы так сказал. Знаете, голову в холоде, простату в тепле. Ну и нахрен. Целее будет. Может быть, два ребенка, три ребенка не предел. Кто его знает. А только отморозишься, и что потом? И нахрена тебе деньги потом нужны? Понимаете? Тут надо костюмчик одевать. Алекс К. Димон, вытащи меня отсюда. Вейв импульс. Здоров, будь, дядь Бородач. У вас там весна уже? Нет, у нас, блин, лето теплое. Дмитрий, откуда опыт и знания при строительстве лестницы? Серег, не знаю я. Ну, есть у меня такая болячка, вот я могу взять какой-нибудь агрегат, либо же вот просто планы, и я понимаю, как это все работает. То есть это первая моя лестница, которую я вообще когда-либо строил, и такая огромная. Ну, так получилось, что я ее, блин, собрал, короче. Вот. Ну, это был первый опыт строительства лестницы, если честно. Ну, дек я делал до этого, перила я делал до этого, но чтобы построить вот так вот все вместе, вот раму собрать, это был, конечно, первый раз, первый опыт вот такой. Вот. Строительство вот таких вот больших лесенок. Ну, как-то не знаю я. Что баги я собирал? Я же вообще даже не знаю, как эти все запчасти называются. Я просто беру и смотрю. Я понимаю, что сломано. Ну, как бы логика, не знаю. Наверное. Ну, я, во-первых, как-то открыл карбюратор, налил туда бензина и так подумал, ну, там же иголка. Если я туда налью, он должен завестись. Если не заведется, ну, как-то не знаю я. Ну, как по логике вещей. Вот, отремонтировал баги. Хотя даже в механике вообще ноль, честно скажу, да, как ты цепочку тянешь от колечка до колечка до колечка и понимаешь, что сломано. Вот. Также чинил электро и бытовую технику, всякую разную, когда дома был, ну, не знаю, как-то по наитию, что ли, вот, находился, проблемы, телевизоры чинил, там, в Нью-Хэмпшире, когда был, то есть сломался телевизор, я его открыл, и я знаю, что там сгорело, блин, не знаю откуда, вот. По логике. Проверял питание, есть, нет, подается ли. Вот. И так вот как-то шел-шел и находил, в чем причина. Не знаю, как-то от природы дано, с детства будильники разбирал за мамкины лещи. Знаете, через сколько будильников я в детстве прошел? Ух. Не у каждого голова столько выдержит лещей, сколько я через будильников прошел. Так ты на курорте живешь? Не везде же так хорошо, говорит аватар WF. Да, на курорте, курортно-санаторная зона. Остров и курортно-санаторная зона Кейп-Код. То есть это отдыхательное такое место, как наш Сочи российский, наверное, вот так. Может вам валить оттуда, пока Посейдон вас не затопил, если вы понимаете, о чем я, говорит Скарп БС. Ты сейчас вообще разговариваешь тут с Акваменом, ты в курсе? Дружище, я Аквамен, его брат двоюродный вообще-то. Мне тут об этом уже сказали пару раз и пару человек. Одна женщина на меня уставилась так, как будто пыталась узнать. Ну, я, конечно, был не в строительной одежде, пошел в магазин. Вот. И так еще вышло, что резиночка для волос у меня была сломана. И она у меня впилась так глазами, как будто пыталась вспомнить, где она меня вообще видела. Но потом я начал думать, и, по-моему, я ее не видел. Вот. Лучше быстро умереть, чем потом облученными друг друга убивать, чтобы сожрать. Аватар WF говорит, ни хрена, апокалипсис, я вообще как бы мечтаю, чтобы пришел зомби-апокалипсис. Вот честно вам скажу. У меня есть уже баги, есть пистолетики, есть дома мачете всякие разные. Я готов вообще. Вот честно скажу, я готов к зомби-апокалипсису. Вот. Главное самому тут не бегать с голой жопкой и не жрать своих соседей. Блин, думаю, сложно первый раз в новом месте. Но, честно говоря, Россия – это полный отстой. Вот такими темпами, Димон, скоро вам там копы начнут взятки еще давать за то, что вас останавливают. Бакс уже почти 70. Это плохо, пишет Wave Impulse. Скарп Б. И из-за кого это бакс твой по 70? Вот спрашивает. Чикаго the best. Так лекарства ведь есть, масло, ганжи. Рашка виновата, да? Спрашивает Скарп БС. О чем говорить, если продавец-консультант в Москве получает 600 баксов? Вот, с бритвой надо поссориться, и борода будет.
Давно не следил за новостями. Ты в новый дом переехал? Да, уже давно, уже как год назад. И вот кое-что там даже подремонтировал. Но в последнее время, конечно, как я говорил, все-таки зима не способствует развитию. Как-то мерзко так на улицу смотришь, думаю, господи, не нахрен. Кофеечку горячего, да и поваляться на диванчике со Степашкой, мультики посмотреть. Мантра Жан-Пьер. Брат Димон, возьми нас на работу. Нас 3 человека. Каменщики, бетонщики, кафельщики, электрики и так далее. И тому подобное. Говорит мантра Жан-Пьер. К сожалению, пока, ребят, пока нет возможности. У меня уже есть 2 человека, которым я пообещал, что в случае чего возьму их сразу же к себе. Димка и Макс. Вот. Макс сейчас в Нью-Йорке, а Димас здесь у нас на Кипкоте тусит. Ну, пока, вот, блин, не знаю. Вот. Пока сами видите. Тут лесенка, с которой мы справились вдвоем со Слайком. Поэтому, к сожалению, ничего не буду обещать. Не хочу уже обещать. И тут Саня-то, вот, который мне деньги прислал, российские рубли-то, я ему обещал выслать назад 2-долларовых купюр новых. Так, бляха-муха, я ему их уже шлю полгода. Я не знаю, как бедный человек там уже думает, что я его шваркнул, короче. Вот, что типа кинул на бабки. Но у меня просто тупо времени просто нет. Ты домой приезжаешь с какими-то такими шарами, едешь в банк эти деньги покупать, в итоге покупаешь кофе, сигареты, возвращаешься домой, начинаешь что-то делать, потом, ёб твою мать, зачем я ехал с утра? А в воскресенье ни хрена не работают, а банки работают в субботу только до обед, блин. А днем тоже вот так же, вот, пашешь, сел в машину, поехал, в банк заехал, пожрать купил, похавал, короче, назад на работу вернулся. То есть вот настолько все вот так вот, что, блин, бедный Санек, наверное, думает, что я его действительно кинул, короче, на бабки. Хотите 66 самых долларов там, да, как мы с ним договаривались, по 2 доллара, то, что я им 33 листа высылаю назад за эти вот сочинские. Да, был такой договор, я вообще не отрицаю, он был. Но вот настолько загружен, что это просто пиздец, что даже нету времени лишний раз-то в банк заехать, блин, чеки свои кинуть на это. Слава богу, меня Анна Михайловна, старую больную обезьяну, меня научила класть чеки через мобильный телефон. Понимаете? Ну, куда их запихивать, чтобы их приняли, короче. Ну, спасибо, Аня Михайловна. А до этого же вообще просто пиндец. Они-то в кармане лежат, и пачка потом привозят, ты хрен поймешь, короче. Вот. Когда уже вас там зальет наводнением снова, а то контент не хватает, что-то тебе давно, вот, говорит Сисун. А, меня не обманешь. Я помню, у тебя другой был ник, не ври. Ты хотя бы аватарку смени. В Рашке с зарплаты за месяц можно сходить в магаз и потратить за один день. Тревор жив. А сколько он стоит? Когда СХД? Тревор, ха-ха-ха, очень смешно. Ну, похоже же. Я такой же мастер. Где находишься? Спрашивает Фактум Кверт. Я, короче, нахожусь в доме миллионера. Через сколько? Через 10 минут пойду дальше достраивать. Вот, сегодня я поеду домой. Конец недели. Начинаются выходные, начинается рождественский праздник и прочее. Вот. Селедку под шубой давно ел? Артем Колган спрашивает. Селедку под шубой недавно ел. И вот буквально как вчера я ел печенье под одеялом. Вот. Димас, салям. Здорово, Роман. Роман, здорово, Артур. У нас уже апокалипсис. Феникс 2.0 пишет. Привет, зашел на канал, а тут про зомби. Хохотун Тревел, Витек пишет. ПХД рубрика была интересная. Никс он говорит. Да, блин, интересная была она. Вот честно тебе скажу, интересная. Но сейчас вот я говорю, ну что снимать? Там, блин, холодно, дождик постоянно идет. Ни камеру не вытащить, ни поснимать, ни самому не выйти, блин. Дрянь вообще гадостная. Таких, как ты, зомби будут обходить стороной, говорит Витек. Your favorite hater. Зато теперь за 1 доллар теперь дают больше рублей. А у нас 2 доллара меняют на 4. Привет, Евгений Иванов пишет. Дороже. В смысле, купюр 2 меняют на 4. Куда лыс пропал? Дим, привет. Дмитрий Реутов. Ха-ха-ха, американец кинул русского на бабки. Говорит Витюк. Да блин, не кинул я еще пока. Вот если я не пришлю совсем, я же не отрицаю, что я деньги-то взял. Я не отрицаю, что я должен отдать. Понимаете? Просто, блин, времени, ребята, вообще катастрофически не хватает. Ну, тем более человеку надо для
его, так сказать, бизнесы ему нужны же, блин, которые не были в обращении в США. Ну, новенькие, хрустященькие. Так что не надо на меня, блин, гнать. Да, взял, да, обещал, но пока не выполнил. Я этого не отрицаю и в ближайшее время постараюсь это дело выполнить. Вот, в конце концов. Димон Тачрашах. Я не знаю, блин. Есть ли планы, желания посетить Россию, спрашивает Сергей. Да есть, конечно, ну как нету, есть, но только не знаю, когда и не знаю, надо ли оно. Вот. Ну, будет революция, точно приеду. Скарп БС. Кстати, когда последний раз заходил к тебе, у тебя был очень плохой микро. Теперь топ-чек. Качество-то улучшается. Это просто у меня новый телефон. Старый телефон, он был вообще убогий и убитый. Баги сколько стоит? Я его купил за 100 баксов. Потратил уже 50 на проводку. 28 на 28 баксов я потратил на карбюратор. То есть, ну так, пока 200 баксов оно у меня обошлось. Но надо будет покрасить, надо будет всю эту ерунду, короче, сделать. Вот. Привести его в божеский вид. Ну, а вообще такое баги новое стоит 2800. Это баги стоит 2800 новое, ну... Вот. Начал читать и сбился, блин. Илюх пишет, фига у тебя память, Дима. Красиво, сменил, чтобы попроще было. Да, к чижу заглядываю часто тоже. Вот, говорит. Мэри Крисмас, пишет your favorite hater. Кстати, где этот лысый Дмитрий? Touch Russia или как там? Я, блин, вообще без понятия. Человек тогда уехал, хрен знает когда, там 8 лет назад. Так я с ним вообще не общаюсь. И телефон подалял, все подалял. Мне вообще не интересно. Ну, интересно, конечно, посмотреть это шоу уродов, продолжение. Ну, как бы нету и нету, мне вообще по барабану. Воздержание полезно versus вредно. Вредно. Потому что, как известно, при воздержании человек становится резким, человек становится гадким, человек становится ненавистником всего живого, короче. Для расслабления мышц лица и для поднятия духовного настроения обязательно надо немножечко ночного. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда. Вот. Ну, чем чаще, тем лучше. Секрет похудения. Побольше ночного, поменьше мучного. И будет вам счастье. Тревор, когда очередной банк? Блин, не знаю. Не знаю, наверное, завтра. Сегодня-то точно нет. Сегодня домой. Сегодня хотелось покушать домашней еды. Я за тебя и твою семью рад, что вы не в России. Фактум Кверт пишет. Олег Викторов, с наступающим тебя. И тебя тоже, Олежа, с наступающим. Поздравляю. Ребята, запарили вы этим Азовским. Димон с ним не общается и говорил неоднократно. Ищите информацию о своих кумирах в соцсетях. Вся инфа есть. Пишет NoFace. Вот так вот. Грубо и неоднозначно. И недвузначно. То есть все, пошли. Говорит, в жопу. Но не забывайте, не забывайте. Если вы что-то нароете интересненькое, обязательно свяжитесь со мной. Вот. Димон, ты знаешь, что твою группу ВКонтакте так и развивают? Да, знаю, да, я общаюсь с Костиком, это тот, кто вот как раз-таки занимается этой группой. Я не против, будьте любезны, пожалуйста, развивайте, мне вообще не жалко. Это что было сейчас? Неужели у меня еще этот плеер есть с собой? Это он что ли начал звенеть? Ну-ка, я гляну. О, точно, представляете? Ух, сколько много-то всего-то поналетело-то. Что-то назвонило. Назвонило. О, нифига себе. Я просто... Мне человек один, Шухратик, когда мой телефон сломался, он мне подогнал вот такую вот талалайчку. Телефончик Samsung, третий какой-то там. Не знаю, не помню, как называется. Достоверно. И вот теперь я гоняюсь двумя телефонами. Один телефон у меня для связи, для, так сказать, этого, как его, для WhatsApp-чика, для YouTube-чика, а второй чисто я гоняюсь с ним, как с плеером. Знаете, загрузил туда книжек, воткнул, кинул и погнал. И батарейка целая, и, как говорится, все отлично. Вот, особенно под Фрэнк Синатра. Да просто смешно звучит. Я уверен, что ты не кинешь, так как мы же знаем, что карма беспощадная сука. Хатун Трэвел, пишет Витек. Да, но сам понимаешь, да, что в чем приколюха. То есть, ну, действительно, как бы, я бы вот лично думал, что меня кинули, короче, да.
Хотя в WhatsApp я пишу, я понимаю, что это уже звучит как-то по-дурному. Ну что написать человеку, которому я обещал, блин, 3 месяца назад там что вышлю и до сих пор не выслал, короче. Ну, что-то прям вообще самому, если честно, очень стыдно. Александр, я тебе скажу очень честно. Мне стыдно, мне очень стыдно за вот это все произошедшее между нами. Вот, поэтому, блин, дружище, не обессудь, пожалуйста. И не обижайся. Вот. Паша Brawl Stars. Что за бомж? Это не бомж, это плотник. Вот. Димас, если что, возьмешь на работу? Дима Новиков пишет. Блин, Димас, ничего не буду говорить. Нахрен. Уже говорил ни одному человеку, а в итоге выходил все не поймешь как. И поэтому, к сожалению, ничего не буду ни обнадеживать, ни говорить. Булат Шайхов. Салют, борода. Давно не заглядывал к вам. Извиняюсь. Да ничего страшного. No face. Нифига, он не кумир. Просто интересно, что с дурнем стал. А ты чего паришься? Грозный форевер. Хорош, ребят, не ругайтесь. Блин, ну что, ну человек как-то написал непонятно. Ты ответил непонятно. Потом в итоге срач. Потом вообще крымчай, блядь. Вот это мне больше всего нравится. Смотрел я тут с Чижом эту трансляцию прямую, где Сисун общался с каким-то там дяденькой. Вот. И вообще, конечно, угорал. Я, конечно, смеялся, честно скажу. Когда у него лик там, грубо говоря. Где деньги? Деньги где? И тут сидит, блядь, дурак, сука, задроченный. Блядь. Крым, чей? Чей Крым, блядь? Цой жив, либо. Господи, иди убейся, ПТУшник, сука. Какой ты нахрен бизнесмен, блин. Конечно, я поржал, вот. Смотрел ли Versus Rap Battle? Блин, смотрел, Жень, ну не мое, не мое. Честно скажу, прям вообще не мое. Йоу-йоу, what's up, пишет Никита Федоров. Привет, солнечного Таиланда. Это не бомж, это наш бородатый друг, пишет Грозный Форев. Спасибо большое. С профессиональным your favorite hater. С профессиональным хейтер. Спасибо большое, Ген Зыков, привет из Одессы. Привет, Одесса. Привет, хороший человек, пишет Никита Ершов. Здорово, Никитос, здорово. Вот. Ну, чего, братцы, блин, сколько времени-то? Еще буквально 5 минут. Ребята, еще 5 минут, и я пойду. There is no smoke, there is no fear, there is desire. Понятно, Феникс 2.0. Вот ты пишешь, вот чудишь-то, а? Вот, красава. Вот. У меня еще появилось новое развлечение. Братцы, я захожу в чат-рулетку теперь. Я захожу в чат-рулетку и общаюсь с людьми. Причем, я хочу заметить, хочется троллей каких-то найти, да, кто начнет тебя хейтить. И хочется с ними пообщаться, подискутировать. Но мне попадаются только адекватные люди. К счастью. Или, к сожалению, не знаю. Вот все адекватнейшие люди. Общался, кстати, всем ребятам, которые у меня на канале из чат-рулетки пришли, да. Я вам вообще передаю огромный привет. Передаю своим знакомым по чат-рулетке, чеченцам тоже привет. Блин, ребята, вообще вы красавцы. Вот. Причем-то заходишь, все такие культурные, все такие, блин, отличные. Вообще, прям, вообще просто чат-рулетка это круто, на самом деле. Вот. Я туда захожу и там общаюсь с людьми, и насколько я понимаю, что 10 человек из 10, с кем я общаюсь, хотят оттуда свалить, короче. Вот честно скажу. Буквально 2 человека там что-то начали бурагозить, но были пьяные. Вот. Один из них начал кричать о том, что я, так сказать, оральных удел мастер, на что я ему сказал, блин, дружище, давай разберемся, короче. Ладно, хрен с ним, давай разберемся. Вот тебе, говорю, сколько зарплата? На пенсию тебе когда? Какие там у вас налоги подняли? Какая у тебя машина у жены, а у тебя какая тачка, а вот там какие у тебя соседи, а есть ли у тебя асфальт перед домом, а есть ли это, а есть ли то, он сидит такой, и у него вот этот вот, такой раз, я смотрю, он такой, оп, все ниже камеры, ниже, такой чик, ну и в конце я ему сделал болевой, конечно, с выходом на мостик, я ему сказал, что уй, сосешь ты, а не я, на что он мне ответил, опрокинул стакан водки и отключился. К сожалению, реалии жизни. И вот, поэтому троллить меня не советую, а то может защемить дальше нерв. Я же жуткий, блядь, бородач. Солнечный Якутий, он пишет, какой ты бы дал совет при самостоятельном обучении английского языка? Серег, ну, блин, учи слова, вот честное слово. Для того, чтобы вас понимали, да, хотя бы, чтобы вас понимали, вам нужен словарный запас.
Поэтому вот возьми русско-английский словарь, открой его и вот сиди читай. Вот А до Я. Вот прям чем больше словарь, тем лучше. Просто, кстати, я вот его изучал на самом деле, да, не читал. Есть оксфордский русско-английский словарь, причем там слово не просто пишется, оно пишется в вариантах, как в предложениях оно вставляется. И некоторые фразы, они просто у тебя западают. Там, грубо говоря, одно слово, да, и там целая страница, вот как оно может вставиться, как оно может использоваться, что оно значит так-то, что оно значит так-то. Вообще офигенно, мне прям очень понравилось. И вот именно таким образом я и учил английский. Я учил его по мультикам без перевода с субтитрами и с английскими субтитрами, соответственно. И вот русско-английский словарь. Я его просто ложился на ночь, открывал, и вот там чик читаешь его, читаешь, там какие-то слова интересные ищешь, какие-то слова ты узнаешь новые. Ну, вообще был по кайфу, вообще было круто, блин. Надо будет опять этим заняться, очень прям нравилось. Дима, передай привет семье. Рад, что попал на прямую трансляцию, пишет Витька. Было приятно увидеть. Приезжай в Полтаву на галушки. Эх, ребят, вот приехал бы, блин, вот в Украину, вот, мечтая съездить. У меня, ну, как-то не довелось в жизни съездить в Украину. Ни разу не был там. О, ни разу не был, вот съездил бы, сгонял бы, конечно. Димон, елку на ярде у себя посадил, а она у меня там была, открою я тебе секрет, была огромная елка, и, короче, Анька с мамкой ее нарядили. Вот, нарядили, теперь ребенок прется, но это было все сделано без моего участия. Тут я кредит на себя не возьму. Серой Севумян, здорово, дружище, рад тебя видеть, как здоровье. Блин, все нормально, спасибо за зарядки, вот вообще все в порядке. Спасибо огромное, ребят, вообще за ваши добрые слова, вот, то есть, прям вообще, радуйте, радуйте. Феникс 2.0, чат-рулетка на телефоне есть? Есть, да, вот я с приложением и пользуюсь. Your favorite hater, то у тебя время не чат-рулетовское, тебе надо сменить время и выхватишь всех чатовских прелестей. Да и страна Россия большая, но в основном я попадаю на сибирчан, вот, да, на сибиряков в основном я попадаю в чат-рулетке. Вот. Там много неадекватов, особенно если посмотреть людей, которые выкладывают эти трансляции. Грозный Forever. Мы, чеченцы, тоже тебя любим, Димас. И смотрим. Говорит вот Грозный Forever. Он пишет. Спасибо большое, ребят. Спасибо, блин. Вообще, на самом деле, вот правда, как бы, да, в чат-рулетку заходишь, и если с тобой бородатый начинает общаться на «вы», да, вот значит, человек с Кавказа. Блин, ну, вообще круто. Вот. Ты зачем бороду отрастил, дурик? Забудешь у нас, будешь у нас на Колыме, милости просим. Нет, спасибо большое. Бороду я отрастил. А почему ты не отрастил бороду, дурик? Вот девушка Чуиха. Смотрите фильм на английском, на английском с субтитрами. Yes, yes, ABHSS. Бэтмен, редиска. Вот. Привет, борода. Посмотри, Андрей Полтава из чат-рулетки. У него одни адекватные. Анатолий Сикура пишет. Вот. Привет с Ростова-на-Дону. Фактум кверт. Блин, Киев и Львов. Привет, борода. Привет из Альметьевска. Тебе для первого раза Львов бы посмотреть. Вот, пишет your favorite hater. Анатолий Русский. Здравомыслящий человек. Удачи тебе, семье. Спасибо большое. Спасибо, блин, ребят, спасибо. Вот, есть чат, посмотрел и открыл себе столярку, теперь буду рукоделить, как ты, пишет Козвуд QZW. О, блин, кого-то я сподвиг все-таки на рукоблудство. В хорошем смысле этого слова вы. А то знаю я, как вы. Все, Алена Капова, лайк, пишет. Блин, спасибо, Аленка. Я с Адыгей, рукоблудец. У меня есть борода, и тёлки скажут мне нет. Почему? Ну, видимо, она у тебя не пушистая. А возможно, она у тебя рыжая. А возможно, еще по каким-то непонятным причинам, почему борода. Потому что борода – это еще не признак того, что тебе скажут «да». Понимаешь? Тут еще важен подход. Надо вот так вот заправляешь, короче, сначала. Раз вот так вот заправляешь. Потом такой «здравствуйте». А потом его вот так хера как выкинул вот эту. Такой, а она уже тут шокированная, и надо ковать железо, пока горячо, короче. Привет из Саратова. С наступающим, Алексей Солдаткин пишет. Блин, спасибо, спасибо, ребят.
Я хочу пойти учиться на переводчика для того, чтобы легче уехать в Америку. Димон, добра тебе и твоей семье. Как там ЧПУ поживает? Блин, отлично, стоит пока пылиться. Привет с Молдавии, классные видосы, пили побольше, с наступающим. Ирко Мунтин, Мунтян, наверное, вот так. Лирко, Лурко. Блин, как странно. Очень тяжело прочитать. Хорошо, буду стараться, ребят. Надеюсь, что кто-нибудь не подарит, блин, ноутбук на Новый год. Мою бороду обрисовал, она трех цветов, мля. Антон Викин пишет. Кстати, меня тоже Димой звать. Феникс, блин, приятно. Надеюсь, запомнить. А я все больше в сторону 3D-принтера смотрю. От столярки и ЧПУ пыли много. Никита Федоров. Ну, а почему бы и нет? Ты знаешь, почему бы и нет? Удачи всем во всем, Радик Ильясов пишет. Вот как здорово. Вот мне такое ощущение, что все самые лучшие, блин, собрались вот прямо здесь у меня на канале. Потому что так мало негативных комментариев. И даже Абрам Полянский что-то вообще с ума сошел, начал тоже писать какие-то вещи адекватные. Если раньше он там что-то гавкал, постоянно что-то там обзывался. Вот. То сейчас даже он, даже Абрам Полянский, ошпаренный дурачок, и тот нормально начал писать комментарии. Что-то происходит с людьми вообще не то. Вот, видимо, давление, видимо, большая луна. Вот, конец рабочего дня, уже сколько праздники будут длиться. У меня 3 дня, вот, потом приеду назад, потому что надо закончить проект и взять новенькие. Вот, надо, блин, быстренько это закончить. Вот, с наступающим Рождеством, Дима, приятно было увидеть. Блин, спасибо, спасибо, Лев. Так, ну, а то под мышками, Антон Викин. У меня типа бородка-сковородка, пишет Дмитрий, насколько я понял. Как там у вас дела? У нас, блин, все отлично, все в порядке. То есть, живем, радуемся, не грустим. Unwanted Citizen. Привет, расскажи, если тебе известно о миграции в Канаду с 2017 года. Там программу упростили. Ух, я не знаю, если честно, как бы этим я не интересовался, и поэтому, ну вот, к сожалению, вот так вот. Потому что ты самый позитивный плотник, Мунтян пишет, Лурко. Вот. Привет из города-героя Тула. Как жизнь забугорная? ВТФ-2ЛА пишет, спрашивает. Привет, Туле, привет, пряники. Все отлично, все нормально. Пряники, кстати, тульские у нас и здесь продаются. Вот, хорошие люди притягиваются. Полянский признал свою любовь. Как это? Есть масло для роста бороды. Маш Феникс, говорит Грозный, forever. Совет профессионального бородача, ты пойми. Потому что в Грозном мальчишки рождаются прям с бородами. Вот. Как это бородка-сковородка? Фото в студию. Your favorite hater спрашивает. Добра тебе и лайк, Сергей Плей. Спасибо огромное, ребят. Ты просто обязан сделать рождественское видео. Фактом квер говорить. Блин, надо. Надо одеть свою РХБЗ, шляпу, эту, Санта-Клауса и ходить раздавать всем подарки. Картины не забросил писать? Когда покажешь новые корабли, когда их будет снова жечь? Блин, не знаю. Вот. Как у вас справляют Новый год? Вот, кстати, Новый год здесь справляют очень и очень плохо. Он здесь не считается каким-то таким вау-вау-вау-вау праздником, понимаете? У них здесь больше Рождество. И то у них, я вот заметил, вы знаете, у них праздники это больше как-то встретиться с семьей, понимаете? У них такие более семейные праздники, что Thanksgiving Day, да, вот они собираются там всей семьей на кухне, там, ну, на кухне в доме где-то, отмечают все-все-все, приезжают все там двоюродные братья, сватья, дядьки, тетки, короче, толпа народу собирается. И вот они, значит, там всей семьей отмечают, гуляют, гужбанят. То же самое на Рождество, то же самое на Новый год. У них каждый праздник это повод встретиться с семьей, короче, да, собраться. Вот у нас, если вы не заметили, то наши семьи собираются только по одной причине, когда у кого-то похороны. Но вот здесь то же самое, только когда какой-то праздник. И вот так же все собираются у кого-то, понимаете? Вот этим мне оно нравится. Вместо того, чтобы где-то там что-то с кем-то там тусить, собирается вся семья, все рассказывают, как они живут, что у них произошло, что у них нового случилось, что нового думает случиться и все это прочее. Вот когда
с американской семьей я жил, да, в Нью-Хэмпшире, вот этим мне вообще нравилось. Ты ждешь, когда же наконец-то праздник, когда же наконец-то какой-то праздник, все соберутся, будет весело, будет круто, будем жрать индейку там, я не знаю, что-то еще. Ну, вообще просто круто было. Вообще просто круто. Вот. А, кстати, барахло со сторожей распродал или все себе оставил? No Face спрашивает. Блин, как тебе сказать, вот тут очень тяжело найти вот эту вот линию, когда ты понимаешь, что это тебе надо, а еще главное, пригодится. Вот это вот. Пригодится. Это очень сложно. И то, что не надо, и надо выкинуть. Вон. Но этим надо заняться в ближайшее время. Хотя бы колеса продать, а то они лежат там в гараже. Нахрен они мне нужны, они даже на баги не подходят. Рождество – это воспоминание фильмов «Гринч плюс один дома», пишет «Феникс 2.0». Евгений К. Дядя Дим, привет с Днепра. Блин, здорово, Днепру, здорово. Анатолий Шпак, когда говоришь, что ты from Russia, тебе не стыдно? Мне лично нет. Вот. Я русский, я помру русским, несмотря на свое гражданство. Так уж случилось, что я родился в России. Так уж случилось, что во мне течет кровь русских людей. Я этого не стыжусь. Я этим даже горжусь. Вот. А если кого-то не устраивает то, что я русский, ну, увы и ах, ребята, что я могу сказать? Вам не повезло, повезло мне, блин, что я могу? Вот. Вытягивать меня по поводу этой вот политики, а вот на Украине, а вот в России, а вот на Украине, вот в России. Я не россиянин, я русский. Вот тут вот поймите только разницу. Вот. Я на Рождество был в Польше и Чехии. Очень красиво, дома украшают, елки и так далее. У нас то же самое. Рецепт индейки есть, нету, блин, это так тяжело ее, короче, готовить эту индейку, на самом деле она там готовится что-то 8 часов, потому что веса в этой индейке, ребята, это килограмм, наверное, 15 в птичке веса. Вы бы видели этих коней с крыльями, это просто задница, блин. Ее там проготовить, чтобы надо, это просто вообще кошмар. Рецепт лаваша знаю, шаурма, блин. Про трудоустройство спросить хотел. Установщики камер видеонаблюдения пользуются спросом. А Антон Викинг спрашивает. Ребят, блин, я уже говорил, да, то есть, ребят, вы простите, конечно, но многие профессии я просто не знаю. Я с этим никак не сопряжен. Поэтому я не знаю, нужны, не нужны. Ну, здесь как не принято, знаете, у плотника спрашивают, не знает ли он какого-нибудь механика. Поэтому я не знаю. Кони с крыльями. Казахи. Блять, Unwanted Citizen. Ай, братцы, братцы. Просто у нас на стройках ставим. А, на стройках, ну, есть одна камера, стоит она здесь 3 года. Я даже не знаю, работает она или не работает. Вот. Ну что, братцы, пойдемте покурим. Пойдемте, я вам покажу. Я не буду показывать, иначе контента не будет. Вот. Вот так. Ясно? Сегодня хотел заснять контент о том, что я выполнил и исполнил. Пойдемте выйдем на улицу. Пойдемте покурим. Дообщаемся уже до конца. И пойду я дальше трудиться, лепить перилы. Вот, потому что надо мне перилы сделать хотя бы. Ой, ой, ой. Так, папиросом. Матросом. Сигареты зло пишут. Блин, я знаю зло. А, знаешь, как это, синька чмону пить не брошу. Вот. Та что такая ерунда. Слышал, что Калифорнию подпалили. Есть такая инфа у вас? Как бы я не видел, честно говоря, но сейчас такие слухи ходят. Ну, конечно, YouTube это, знаете, такая кунсткамера ебанариума на самом деле. Вот честное слово. То, что я видел на YouTube, это пиндец. Вообще сейчас доказывают, что ты в курсе, что... во Вторую мировую войну воевали с рептилоидами на самом деле. Ну, ты не знала, я тебе расскажу. И вообще земля плотная. То есть, как посмотришь этот YouTube, думаешь, господи, и в цирк ходить не надо, и КВН смотреть тоже не надо. Вот. Ну, вообще, короче, кошмар. Ну, так, конечно, посмотришь этот YouTube, думаешь, бля, о чем вообще? Чудо-дерево покажи. Вячеслав, так, кстати, надо будет сегодня заснять, наверное, видос про чудо-дерево. Славик смотрит. Иди убирайся.
Или сюда приезжай тогда. А то ишь ты какой хитренький. И нашим, и вашим. А мне кальян только если разводить. Я могу себя, тебя нарисовать. Я художник. Я могу тебя нарисовать. Я художник. Димас, если ты можешь нарисовать карикатуру, было бы круто. Я бы на аватарку ее поставил на канале. Вот. Было бы вообще классно, если бы ты смог это сделать. Знаешь, до чего техника дошла? Взял телефон и пошел курить с товарищем из США. Блин, вот так вот. Господа, где взять словарь американского акцента? Эпоствэм. Я вам дико рекомендую не избавляться от русского акцента. Это большая, как это... Одна из основных причин, когда люди хотят с вами знакомиться. Кстати, извиняюсь за мои кохи, я был на ногтегрызку дома. Поэтому у меня колхозный маникюр. Знаете, есть французский маникюр, когда беленько под ногтями, а есть колхозный маникюр, когда грязненько под ногтями. Вот, у меня колхозный маникюр. Я это знаю. Слайку привет, лесенку покажи, плиз. Пусть картошку привозит. Я тогда тебя найду в ВК, но только как? А у меня нету профиля в ВК. Вот. Принцкерин, ну как, за паузе, наверное, видос. Как-то так, наверное. Не знаю, братиш. О, ну а потом будем это, на связи. Сигареты по качеству лучше в США, чем в России. Да, здесь сигареты гораздо лучше, на самом деле. Привет, у меня товарищ утверждает, что США нельзя называть Америкой. Мол, США. Исходя из чисто технических терминов, то да. Потому что Америка, она включает в себя три Америки. Центральная, Северная Америка. Сюда входит, в понятие Америки входит более 50 стран, не только США и 50 штатов. Куба та же самая, это Америка, но она латинская. Вот. Но это если уж, знаешь, как сказать, домотаться до столба. Пойду на кухню курну. Инста есть? Инстаграм есть, да, но там тоже такой пустой профиль. Вот. Связь! Вот. Там тоже такой же ник. Блин, Димасик, я не знаю, честно, у меня там Philips 2.0, по-моему. Ну вот, Инстаграм. Я использую стрелку, но был подключен на Wi-Fi и Wi-Fi. Привет, как праздников, еще выйду на связь обязательно. Вот, давайте, ребят, не грустите, все будет ништяк, блин. Вы знаете, я вам скажу так, ищущий да обрящий. Если вы ищете вокруг себя дерьмо, то оно... к вам придет. Поэтому, блин, смотрите на положительные стороны, смотрите в будущее, стройте далеко идущие планы, не бойтесь сглазить, не бойтесь никого рассмешить. Главное, не стоять на месте. В лирических и позитивных нотках спешу с вами попрощаться. И, блин, ребята, всем пока вообще. Был очень рад, что вы были у меня на стриме. Всем пока.